Добрый день, уважаемые студенты! Вашему вниманию дисциплина 1 из бухгалтерии, и сегодня мы с вами рассмотрим оформление справочника номенклатуры. В справочнике номенклатуры у нас находится все то, вся готовая продукция, которую мы производим, материалы, которые мы используем в нашем производстве, оборудование, товары, которые мы продаем, а также услуги, которые мы приобретаем и которые мы предоставляем. Справочник номенклатуры у нас находится в разделе «Номенклатура и склад». Справочники и настройки номенклатуры. Перед вами папки «Готовая продукция», «Материалы», «Оборудование», «Товары» и «Услуги». В данном примере мы рассмотрим, как внести в базу новый товар. Выбираем соответствующую папку, в данном случае «Товары», «Создать» либо «Insert». Вносим наименование товара. Вносим наименование товара. Бумага. А формат А3. Enter. Вид номенклатуры. Вид номенклатуры. Виды ТМЗ. Готовая продукция, запчасти. Выбираем прочее. Единица измерения. Штук. Если вам необходимо единицы измерения в большом количестве быстро найти, вы можете воспользоваться поиском Ctrl плюс F и нажать на поиск «Искать». Далее, если нужные классификаторы единицы измерения, если нужные единицы измерения у вас нет, вы можете зайти в подбор, и также в подборе через Ctrl F через поиск найти нужную единицу измерения. Двойным нажатием она у вас появится в вашем справочнике классификатор единиц измерения. Далее. НДС 12%. Либо без НДС. Выбираем. При оприходовании товара, к примеру, да? Далее. Номенклатурная группа. Основная номенклатурная группа. Если будете выставлять, если будем вносить в справочник номенклатуры услугу, необходимо в ячейку услугу поставить галочку, что это услуга. Записать и закрыть. Оформление справочника номенклатуры закончено.